Всем привет! Сегодня расцвела у меня самба-дансер, которая у меня давно не цвела. Цветок настолько густо-махровый, что я просто-напросто не знаю, откроется он до конца или нет. Вот. Он настолько плотный, что я даже не думала, что он такой будет плотненький. Такой вот. У него серединка оранжевая, края у него желтые. Я себе его оставила вместо кёнинга, такой вот. Он когда расцветает полностью, я не знаю, получится мне застать, когда он расцветет. Я надеюсь, что он завтра полностью раскроется, если он, конечно, бутон не отвалит. Он у меня просто первый бутон скинул. Остальные вот бутончики пока растут. Надо его подкормить, потому что он, когда много бутонов выгнал, он начал хлорозить. Вот тут видно немножко хлороз. Вот этот лист у него нормальный. Видите? А вот эти вот верхние два у него уже немножко похлорозили. Такой вот набитый рюшками. Красавчик. Я прям радуюсь.